Обсуждение языкового вопроса должно стать серьезным уроком для нашей системы образования, для всех нас. То, что длительное время не решались вопросы совершенствования методик и технологий обучения татарскому языку – наше серьезное упущение. Министерство образования и науки республики во взаимодействии с Федеральным министерством необходимо оперативно предпринимать меры, направленные на исправление ситуации. Министерство образования и науки следует проработать комплекс вопросов, касающихся развития всей инфраструктуры национального образования, и завершить совместно КФУ создание Национального педагогического института.